Доброе всем утро моим друзьям. Решил жену побаловать салатами. Очень мы любим покупать в Санте. Это не реклама, просто констатация факта. Салаты, ну по той цене, что продают, ингредиентов на каждый салат, если покупать и делать самому, конечно, это будет дороговато. Так, вот этот греческий салатик, это цезарь, это испанский, вот зелененький, это панский. Вот, и буду баловать жену. Хотел начать работу над каналом «Холостяк на кухне», но, наверное, просто сделаю плейлист один на кухне, потому что готовить люблю, всех выгоняю. Ну и такие салаты, в принципе, можно дома вполне себе легко делать, кроме всем надоевшего оливье. И рецептуру возьму в букварях, в книгах кулинарных, и буду стараться баловать своих близких. Но на вид, конечно, классные салаты, там всегда свежие, просто отличные. Всем приятного аппетита, всем удачного дня.